أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجرى خبر تيتين سيجيو بشير عطا ايتني عطا كيخش لا ايتني ارتوك شاور بيان أقول أحا وكيخش كاجا وقضا Это я чем дух ирдуе, скажем, албе, алдерик ирдуе, чем все фурдин. Квертник дуа бит чуду ази за Ахмад. Нохчава бит чи артист, артист волшу, причем айс артисту, вала нюхла чи гнисуру альмете гушбат, хаусцус. Но в первую очередь Лихтенштейн был больше переговоры, а че совещание и собрание, а встречи двое, всегда переговоры маяцы, теперь Шиг Дайтин, Ахмад Дайтин, Кирч, так что Топич, Аслан Яйтнир, Волча, Шейх Волча, Печина, Хуши, Дагдоляв. Так вот, автор Ишьезин и Охтюама Ицета подробно, что мы все это расставим, вышли общие ГЭ из-за Гудера, из-за ХА, того на котором это вот АОЛ Йохш будет, Марсу АОР, Биаси Хаш, то есть начало ЮЭЛ. Так вот, Адолчин Кречина, как было от вот эти личные предложение, чтобы я не больше он даже бывает активно там просить его, да, надо это короче, для хаби до начала, а что положение, да, около гатарцы конкретно дисен, а мне уж придешь, а там лекции дерес, куда квертнега, а думаю, наверное, из за угловин долго лагал, потом гусь лага, так поспирга вошка, левый нам швидат, я ластыш, я один нам швидат, а мастаду отказу, так независимости, он не один был, и он швидаешь, ерунда ю. А вот ерунда ю, это бы, сентября, Закаяш, да, это не я хочу. Вот здесь действительно серьезно умышлю. А секретно умышлю, что он один, да и ваш, да и Бож. Тем более способность врагу Бож. По бумагам, где ты дорогой, по предписанию, которую прилагает своему письму от 7 сентября, является вредным и провокационным. Информация, касающаяся кадров, назначения в рамках ГТО, предназначен для внутреннего пользования и, разумеется, представляет собой большой интерес для противника. Разглашение подобного рода информации должно рассматриваться как способность врагу. Азака Агдал и словесная казуистика, достичь словесной проституции, заниматься мадьяли. Он дальше, ой, хайлах верде Адолш Лилш дат, я Жилкш Лбандич Лилш дат, так, внутреннее пользование информации, я так, на кадру назначение, кейш пачхалк спеча, дак, я почан, ой, лечь, ой, ешуш, так, он лечь, дина, азака, просто оторвался от действительности, причем слишком, и ситуация гушвать, я глушвать. Да, конечно, еже убери, рахтарю Аллах, короче, любой цемек, что вам уже способность врагу Божа, она демагогией занимается, да, вещдать, и тем более, ведь, ох, вещда, гушу, вертин, халар, эмгарсан, крайне безграмотно иметь что интересы
чеченские оформлено, распространено вами сообщение кадров назначения президента. Эти ласточные кречи, она хархасхетает, аса ласка махтаяза есть на фамилии. Так вы там дон, опять же, сауна бысая уша милбошка, моя зия. Я зия Абдуллах Шамиль Абу Идриса Али Азия. И ты веш дон, я Абдуллах Шамиль Азия. Бысая обод, ваш вообще употребит мади. Ой, ишь дис дуалыч. Так, зэка эв исан чак дал, так он леш дина хас, он асо араб, сан, афганчца, ассоциирует, ваш он дука гуля дуал, газки, хахпиш, ассоциирует, дечел. Он дал, ой, газка, оккупация, цер, бухла, дадовул, я чхиш ду, мастер, пачалхше, национальный цер, шек, тиек, хуч, левш, ботин, ген, дол, я чхиш. Так, ша ишти пачхалх бач, о, качли, о, шальчи, Телмат вообще и государственного этого чечен прессы вожжу хуеви. Шолло тауни аден пресса иш точка ру элириятор сайшен кира дог дилхар. Кавказ оргэй у чечен орги хуеви. Онда шаек точка ру бош асты цэште ян. Ой гасты паспорщи, твой гасты хуни аденш еслил шок. Конечно, ой независимость тэйк сазышти сириятс. Использовано слово «Амир» совершенно необоснованно и не отражает чеченские реалии, бо вообще хардел, но мду и ехать дешево. Тенгу ас аслани, яхты азирил, Ахмада Савич Бел, хаду Савин, хаджим, там его уравил, хинкаба, тахатябы, вечеклайш, ах, хаджим Амир, бо дошу духу, дутан, чеченские реалии, фьюзеритан. Дал мол, а вы из-за сатуакита хаусу ду аслани гуло зарар информационные пропагандистские шоу шо. Ейла бэхсан дэш аслан лилу штек тахана та. Тазна дэггар хиет шхалду на шалхунш. Масана шалхунш шо. Харки яхт, ой дал мол, а конкретно астор долшнун аслан ца па реакцию ш битур долш дэхсан. Но хоть сам ду, хамбиях бош духом и худом, я че, хата асбааз, хабар да, я че, хакиях, я че, хасвет, касвет, я это керах дош, васа, он абсолютно хал дат, дас вош, киях да, это хида, просто элементарно, киях, я че, сам хода, я че, нага, ручка, это галар, я киях, санислор, хит, санислор, омаватих, и санг, надиктова, дина, очень, баста хотя бы хакиях тогда читал харата курсы хирур тогда лишь дина хас а хотя бы масна светово дешду та реакция я тони один уэн бош во реакция мухлу тогда лишь дина сате информация интернет кейк доступна цехаш и телефон зама тух хм цехаш хилма цехал хайя нагби хотан элементарнаш Стохка, алир, лучших алир, хоть это хабар дает, нет, то мы хотя бы аналитические записки ешь, хотя бы баттатва, общий дол халки, дег язиш, он ех бает, харе, алхадьеч, дуал дает, джох дает, это халар, это уже шики ех язи, но их ахсон царна, та ответ дает. Конечно, у него связь, он цехал, ах, не слоя. А вышти, ага, Ахайл дахай вожай бош, отуманшна та абталютна короче, хайл ахвишене ясана, вай дег аксвита долш дауна, бас ахдош дауна. Так, вообще политика, вай я тахан лэш дина ха, хан уудиса бусуддинс, нистал гэч, вишта саутих короче, и вупиач вутца деша та, вай новост хазберта дагурда ал, и общий политик. Ай, общий политик, тахана Ахмад Юхай нато, аж ты нехш хокшу. Ну и нехш, ой, дал мула. Хокшу, сенте, сон, я зарюш, сетце, сета. Так, харе, ты сама доход, зака, предписание. Спр-
справедливая борьба чеченского народа за свою свободу, российский агрессор целенаправленно выдает за поиски международных террористов-экстремистов, всем чеченским информагентствам не злоупотребляют терминологии, не соответствующие быту и общее государственному устройству чеченцев. Вот хороший вопрос, да, справедливая борьба так она, на передовой есть болчать, как-то есть ЗКС, Кечара, так, соответствующий быту и общественное устройство, так, не соответствующий шариату, короче, а вот есть лишний раз, я сам говорю, дихаду. Тогда официально киях тази арбита шариат хамух я чуала вот тенгара еще отдахи короче скотч вахтом бахан боли конкретно отдахом дальше сейчас араха я здесь как ты понимаешь или быть или шариат аль ислам то сейчас арахтан киях тази рок вопрос да тенгис он ответ хазает вот исходя из этого во еще куда асфераски судил луруи Еще вышт Аслан Спастен, ума дирду. Я это золотвин, я короче, сахиом дина, за дирду. А вышти, оля, арположение шли, лоше, аргурч, бабе, шачи, куда, кияхта, просто гуште гуду. Любой даязник, ах, эллаг, цвов, штики, веч, хун, витрен, дуал, ищи, азеш, ищи, и положение, о, кияхта, гуште. Так, охотя следующий кияхтаду впредь не публиковывает документы, фото, виды, информации, предназначен для внутреннего пользования. И Бог, куда внутреннее пользование Бог? Ты милую внутреннее пользуешь, его внутреннее пользование вон хую. Так, охотя С учетом того, что чеченский народ в тяжелейших условиях ведет борьбу с оккупантами, всю информацию политического, идеологического характера опубликовать строго по согласованию с информкомитетом ГКО Чирии. Гарбо куду. Что вообще хрет чувать? Так он лишь динах, короче, арху усекречь, да врач, наоборот, короче, вон дырк шадега, дымян даже вот ешь, масса на гайк ешь, а изде, что воя. В общем, Бог Господу на вас конкретно пять вещь удал, мать, а разъехта рвется, не сургируется, да, понесла, не сухауши двое. Охот, я хазим нормально, умел, да, все не слышен, да, че, да, все годы уже киях, да, да, Nic hakáčov, tehle, ještě bohbohy, švorcov. Já chci na... Šeriátský izměnění konstituci tamo cejin bohštvo, ale lega polný čušion, tak juho ten zavlěn dusiga, ta iza instvastu důvěšem dělno starého goda, to je Конституцию, он даже юхов, я читал, без шага губов. Хоть он новый, он перевесла, что он... Бисмиллахи рахмани рахим. Хара, об изменениях Конституции якобы принято на заседании ГКО, и что якобы отдала вообще интерес вам дует. Оля, дал мола. Обязательно обатаха арпаста донвой асланц. Он одега чек доху дон. Ахта чеченский конституция абсолютно легитимный принятый март 92-го массан цейезбары бае март 92-го принятый ха из-за февраля 99-го отменить НР в основной части шариат ты ясаешь так, тахан лишь динаха войти гахитин хума дат тига тахан ты хитин к шариат снисты к хитин ду и тахан лишь динаха
Отон Резвоч и Валаха, эти войсон дега далмула, шариата, пасаду далмула, и сату войдани тюэрбу. Из вообще, короче, то оскорбительно, нагло, умаду, тем более, и Оскенстус дуал, то он борширка масштабный, бяхкан, хэнс, издеш, короче, кибеш бу, хал он дуал дилыш, дуэй алар, гаскыш яди, да, отсул. И один ряд казанцев Гантемирова кодирует мельвет на Далмула, вы хусуду. В общем, вот у меня слов нету. Далмула, Астра, двое, гора, новый спаситель Отечества, Хавриач Волштерву. Астра, двое, а вот же... Лихтенштейн один был хомш оценка и человек дребеденью тягатая рун язычи масаду опязен дух независимость цаюеш бог шуводжа ду бош и за человек ерундаю он дальше сэре дешто амеллеца предварительно в рамках просто беседы бир хрлума даст тем более аслан оценках амел хилду Атецу, то ар элхом дасу, я алка ошка, амел дечрана ха, дитен дате. Но хоз атахом ду, единственный, охоз гаха, язин ду, хода, свою очередь, Ахмед Закаев интервью российским СМИ уже растолковывал, что войну проиграли обе конфликтующие стороны, и заложник продолжающих на военных действий остались только два народа, чеченский и российский. Туда Ахмад ещё не только мы дешду, то он проиграет барха, ой, то он проиграет бинаба, а теперь официально, ой, резвость, дешнишь, это вот хайк элгом, что и шво шахтохи. Сатарх, короче, официально, короче, именно официально сатарха требует дешки яхтязи, что я требую от него ответа, короче, на его эти заявления, короче, более конкретно и более худо, и у политики, у поилах, я говорю, и у секретно, у меня один ду, вожду, алиф, асхайк холо, короче, киях садает сан, киях составил, где официально сатарахтан, киях лой, срочно, в течение недели, короче, то он ответ потребует, детям, в срочном порядке. Он дальше, ар вообще бог пошбу, потребовали оторвать 12 аша от земли оторвать день стадоста бокос бар. А вышти вожем, что тогда дуйся, аж трещер воже из-за человек по большому счету ерунда, и он не стоит даже по большому счету нашего внимания. Да, а я Дездеш дисаха даже просто алдиш мечдон, что это практически простая встреча, короче, никого ни к чему не обязываешь, и мы не придаем ему такое большое значение. Так, аслани астава от переговор лица, и мне не яхать, я знаю, какие-то югабахан, сатарах, а интервью ялхи Аллах ум да мегадон на основе этого разговора. Аллах он тебя мы многие, в том числе и те, кто участвует, это участвовали вот этом переговорном процессе в Лихтенштейне, они тоже все не понимают то, что мы войну ведем не для того, чтобы остановить войну. Для этого не надо было ее и начинать. Мы войну ведем за свою веру, свободу, за свою независимость, за свою честь, достоинство, за право самим определять свою судьбу, за право быть свободным, полноправным, полноценными гражданами этой вселенной. Мы за это ведем войну, и у нас главная цель наша не является остановить войну любой ценой, тем более. Но мы хотим побыстрее окончить войну, чтобы прекратить, короче, бессмысленные, жестокие, не поддающие никакому осмыслению зверства
над мирным населением нашим, потому что российские, короче, оккупанты не могут справиться с нами и всю злость срывают на мирном населении. Чтобы предотвратить вот это кровопролитие, мы готовы, короче, сесть за стол переговоров. Но не потому, что ни одна сторона не может выиграть или потому, что обе стороны там проиграли, тем более. Нет, мы уже выиграли. Мы выиграли тем, что мы выстояли этот чудовищный натиск. Мы планомерно, короче, шаг за шагом идем к победе. Мы уже победили. Мы просто оформляем сам этот вопрос победы. И то, что сегодня мы готовы пойти на компромисс, какой компромисс именно переговорный вопрос остановить войну? Потому что эта война в первую очередь, короче, наносит большой вред той же и Русне. Мы на это готовы ради того, чтобы прекратить, короче, зверство над нашим мирным населением. Но по большому счету, короче, какая разница, короче, сегодня как умирать? Потому что идет вообще процесс, геноцид идет нашего народа. И, соответственно, сопротивление день ото дня растет, и потери русских множество. И сегодня русские предпринимают отчаянную попытку наше население между собой, предпринимают отчаянную попытку сделать этот конфликт внутри чеченским. Для этого не жалеет ни денег, ни средств, усиленно нанимает на работу, короче, разного типа национал-предателей, силовые структуры создают всевозможные. Сперва просто так, короче, символически, а потом потихоньку их втягивает, короче, пролистный процесс, эту войну втягивает. Они всячески пытаются сейчас все подвести к именно таджикскому варианту. Но у нас таджикский вариант здесь не пройдет, потому что даже если теоретически, хотя бы издалека даже, принять вопрос Таджикистана, они хоть независимое государство, они внутри хоть себя могут, там, гражданская война, что-то, договориться или что-то другое сделать, потому что у них все было, опять же, спровоцировано Россией, но начиналось именно как гражданская война. Но у нас не гражданская война. И у нас не встает вопрос, короче, как там на этом Лихтенштейне, там они говорят, что если Масхадов не прекратит отдавать приказ убивать национал-предателя, то это может привести к кровной мести. Почему этот лопух, короче, Закаев, именно лопух, почему у него, короче, гордости, чести не хватило этот момент им ответить, короче, а что те чеченцы, которые сегодня воюют, у которых тысячи и тысячи родных, близких, друзей, братьев, отцов, сестер, матерей убили, что они не могут кровную месть делать, что ли? Разве нельзя такой вопрос поставить? Почему эти мунацки, короче, практически эти проститутки, которые никогда кровную месть даже не знают, что такое, они могут кровную месть, короче, объявлять и десятилетиями ее вести, а мы почему не можем? Ведь мы же тоже вроде те же чеченцы. Почему, короче, он, короче, должен стесняться перед этими же кафирами? И почему он называет, короче, пропагандистским трюком, короче, наше объединение здесь? Если, говорит, Масхадов в пропагандистских целях объединяется с Басаевым, короче, то это же лицемерие. Это автоматически, короче, он называет, короче, и себя, короче, и в первую очередь Аслана Масхадова мунафиком. Давайте вопрос будем прямо ставить, так Аслан Масхадов мунафик или нет, давайте так поставим вопрос. И ты тоже поставь этот вопрос. И именно можешь аналитически от себя, от кого-то другого, короче, сказать, короче, или даже можешь от моего имени вопрос задать, хотя я не хочу влезать, короче, вот эти перепития, но если он напечатал, вот, что это был пропагандистский трюк, пропагандистский шаг, то задай через интернет, короче, ему открытый вопрос Закаеву. Если, короче, это пропагандистский шаг, то, значит, Масхадов лицемер, значит, Закаев его последователь лицемер, то есть является Масхадов лицемером, мунафиком или нет? Давайте от этого пойдем. Почему мы должны все перед ними тушеваться? Почему, короче, Шамиль Басаев, короче, объявлен кафирами, там, международный розыск, и Закаев этого стесняется? Да потому что Закаев, короче, хочет
хочет остаться чистеньким и на полу. Хочет, короче, всем быть хорошим, но так не получается. Сегодня время, когда каждый должен определиться, где он, с кем он. Как в свое время это Джордж Буш в прошлом году сказал, каждый действительно должен определиться, кто, короче, на пути Аллаха, короче, а кто на пути неверия. И мы должны определиться в своем лицемерии тоже. Потому что время пустых разговоров, болтовни прошло. Потому что Закаев, короче, оторван от реальности. Он не видит здешней ситуации. Он не видит то, что здесь творится. И не видит, как за эти 3 года здесь полностью меняется сама, короче, система мировоззрения и молодежи, и всего населения. Хватит нам эти безответственные речи. Каждый должен за свои дела, за свои разговоры отвечать. Почему Закаеву, короче, не зазорно, почему Закаев может встречаться с Казанцевым, которого, короче, мы не только объявили международный розыск, которого наш шариатский суд приговорил к смертной казни за геноцид чеченского народа. Почему он может с ним встречаться, почему ему это не позорно? Где его честь, где его достоинство? И с какой стати Закаев за меня должен краснеть? И я его не уполномочил, если на то пошло, короче, вообще обсуждать мой вопрос. И мне плевать на то, что там начнут думать всякие проходимцы вместе с ним. Но я одно знаю, сегодня я еще раз говорю, и нам не нужно любой ценой остановить войну. Это должны все понять. Если это никто не понимает, короче, что мы как сошлись, короче, так можем и разойтись, но причем уже когда разойдемся, треска шума больше будет, потому что мы просто так не разойдемся, и мы разойдемся, все разъяснил по шариату, и уж лучше, если разбираться, то в первую очередь с Закаевым разберемся, в этом, иншаллах, у нас возможности хватит. Вообще Бог хост был. Закаев Асбар Ал, спаситель отчизны, отец, спаситель Ишвац Ал, типа Аль-Халифа Я, Муфтина Я, Кибештаннаш, хватит Тюаду Ал, шаш Иштхалу Амакс Бал Балахар, Азим Тауули, кажется, Ахуду Хаж Ал, голова лучшего, это не слово лучшего, лаха, цабу, сейчас договор, хотя бы санхоманс. Он дальше реалии, короче, не там шуара, только реалии здесь. И он да отсюда должно все исходить. Хоккабул, это не хаджин. Стахан лердина, а вы абсолютно рад, что вы надеешь, он дать про нах, избор на халлак дарбия. Официально война – это продолжение политики более жесткими путями для максимального уничтожения экономики противника. Так она война экономика, а юга, истин, ума, ятва, юга, экономика, шаг, юга, ню. Поэтому даже фактически, чисто с политической, юридической, со всех точек зрения, здесь война бессмысленна, он дальше экономика не уничтожили, воин зил даст абсолютно хули, что он даст, а завод, фабрик, там, во, нисан, моя, ста, юху, даже та, танцы, и сынова, царь, юху. Поэтому мы здесь ущерб несем не в этой части, мы ущерб несем и чисто, короче, в плане того, что они начали теперь за неимением у нас уничтожить возможность экономист потенциал. Экономический потенциал Аллакин Жаш Бойлинский дом, дочь, они сейчас пытаются уничтожить людской потенциал. И сегодня проводится геноцид чеченского народа. Причем в самой активной форме, короче, и международное сообщество всячески этому содействует Русне. Мы это видим. И сегодня хватит всякие, короче, демагогические разговоры прочие видимости создавать, потому что сейчас вопрос серьезный. Мы должны применять любое доступное нам средство, чтобы остановить геноцид чеченского народа.
любыми доступными средствами. Но это не значит, что сегодня, короче, пользуясь этим, каждый должен быть спасителем Отечества. Хватит, и так и слишком много было. Мы должны быть простыми, короче, мискинами, простыми, короче, гражданами своей страны. Мы не должны играть в политику. Мы не должны играть в эту жизнь. Это реальная жизнь. Не надо реально жить. И тем более, короче, не надо играть в войну. Вот здесь мы не играем в войну, здесь идет реальная война. Мы не артисты, короче, не надо играть. Политика это тоже реальная вещь, это реальная жизнь. Если он это не понимает, короче, пусть у него хоть хватит, короче, чести и достоинства отойти в сторону и не мешать. Дайте нам хоть воевать нормально, вот что мы говорим. И Закаеву, и всем остальным, не мешайте нам хотя бы воевать, короче. Доку Мадуар, Истаболе, короче, Вахуши. Егум Дацевич по рукам, по ногам связывает. Сам Дацевич, Салилу Цевич, Дог двух дарби, Хазхец, Дог ец. Само Дахкан, Умцадеш. Единственное, вот Эрах был, Массерец Эрах, Илес Ахмадов, Стохкадари, Баст Дайтен, Сахабарду, единственное. Шеш Эрах, Умдица, Эшчуа, Динаг, Бедачина, Шейкаяллак, Делиш, Эш, Сигат, Ахал, Шумел, Эш, Тедуко, Мелтух, Карош, Куда, Ухал, Шун, О, Эрадик, Болталоги, Бедачина, Эл, Туц, Ихабар, Дайтен, Сюк, Китажима, Само, Дахая, Эта, Беш, Хадас, Дином, Дац, Докумаду, Даз, Мадалар, Том Бешвек, Томбо, Мона, Витенш, Дарана, Цунга, Кечерга, Ишти, Язица, Сансарха, Асайгахчу язин, он сажим вошах тохе Ахмади язи. Аймат тоже жестко язи, мегадон, чуден цаирай чан. Хотя и захижу дошн, дэцан. Энси по это Лихтенштейну. Он цунахал сомнение из-за тому, дар встреча доброжелателей и духой. Не более. Да, мы приветствуем всякое мирное стремление, но мы не приветствуем демагогию. Асбар Алла из демагогии, он тахан лишь динаха шинтамя, свыше 200 тысяч населения, вы Аллакин, шинтамя харбазар лилан, воинтах. Цулках, короче, особый статус шея, короче, он президентский прямое правление шея, статус Татарстана, и цахуня бош. И Кахби Амелс, да, это откровенная демагогия, короче. И от моего имени задай вопрос, короче. И всем участникам этих, этой встречи, в первую очередь, за инстинкт благодарен, но нам не нужен, короче, не нужна медвежья услуга. Он да, дай дураку услужить, он лоб расшибет Бог, да, он дух, короче. Вот он надо, короче, нам не нужны, конечно, такой услуги любой ценой. И если уже они хотят нам помочь, то должны отталкиваться от реалий, а не от того, что они хотят. Мы не должны под них подстраиваться. Даже тот же Рыбкин, Шикачихин, я говорю, российская сторона, этот, я не говорю по этого подонка Аслаганова, ну даже они, короче, это я говорю, русские, те же американцы, задаем каждому от меня вопрос. Если уничтожили бы 20% ихнего населения, короче, враг уничтожил бы, пусть под всяким видом, контртеррористическая операция, конституционный строй, монархический строй, какая разница, что бы они сделали бы? Вот вопрос. Америка за то, что еще неизвестно, кем направлены вот это 19 человек, короче. Там уничтожили около 3000 человек. Америка развязала войну в Афганистане. Сейчас по всему миру бегает, короче, с дубиной. А 3000 человек только уничтожены. И столько Америка сделала. А что сделала бы Америка, если бы уничтожили бы
50-60 миллионов американцев. Кстати, я этот вопрос еще задавал прошлой весной, в марте месяце. Что сделали тогда американцы? Бесспорно, они нанесли бы и ядерный удар, и термоядерный, и все удары по своему противнику. И бесспорно, они не согласились бы подчиниться чужому диктату. Что сделал та же Россия, короче, если бы сегодня какой-то враг, возьмем это 20%, сколько, 30 миллионов человек получается от населения России, если бы уничтожили. Просто так, наведением там, короче, скажем, монархического строя России. Задай это Рыбкину, Шикачихун, им вопрос. Чем бы они ответили бы? Давай будем реалистами. И задай этот же вопрос Закаеву. Чем он отвечает? А он отвечает, короче, несуществующей библейской заповедью, искаженной, где говорится, в щеке ударил одной, подставь другую. Но если он такой миротворец, то пусть там записывается какое-то общество любителей животных. Вот в конце концов нужно свое достоинство хотя бы не забывать. Не забывать, кто ты, для чего ты вышел на этот путь, зачем ты вышел на эту дорогу. Это же не концерт сплошной, да, Азмодел, Орлов. Да, вот те особые статусы, гуниазные статусы, короче. Да Бога ради, хоть один раз должно хватить мужества, достоинства сказать, короче, дорогие, давайте лишний вопрос уже не будем. С самого начала нужно это отмести этот вопрос. Если ты уже обсуждаешь это болтовня, ну ладно, мы допустим там, как затравку можно, начало, лиха, беда, туда-сюда, короче. Но публикации, короче, типа Масхадов согласен на прямое правление, вот же это же открытый фит, мадуанюхе. Почему он против этого ничего не пишет? И что ему нравятся такие встречи, где, о, господин Закаев, короче. А тем более Хасбулату, по Хасбулату я написал, короче, Аслану тоже. Хасбулатов у нас еще проходит по обвинению в разжигании, короче, той первой войны, разжигание и межнациональной розни, и начало, короче, той войны он активный вклад внес. Поэтому Хасбулатов, короче, прежде всего должен искупить свою вину, он прежде всего должен и покаяться перед чеченским народом, что он был хотя бы тогда неправ, должен сказать. Хасбулатов просто сегодня есть шанс, короче, искупить свою вину, искупить то, что он тогда сделал. А не лез, короче, опять же, на нашу шею. Хватит, на шее тоже не толстая. Всех мы не удержим. Но если тот же Руслан от чистого сердца, короче, уже понял, короче, что он ошибался, короче, так на скажи один раз, я ошибался, мы примем его, простим. Даже тех, кто больше, чем он, зло сделал, тоже прощаем. Но Хиллак Гаса Гуше, короче, Ольше объехал, короче, тенех шаг, ктимкел бьехал, ватит фил, хватит, короче. Ой, бусур далаха, он алмаду, короче, из одной норы мусульмана два раза змея не укусит. Мы не должны два раза на одни и те же грабли наступать. Это в плане Хасбулатова, бас, первый вопрос. Второй вопрос, личную его инициативу, конечно, мы приветствуем всякое мирное стремление и его, и Бзижинского, и остальных, короче, уважаем их мнение постольку, поскольку. Но мы, короче, признаем, что это их мнение очень далеки от реальности, и что они не владеют реальностью. В первую очередь Хасбулатов, потому что по его заявлениям все это видно. Мне понравилось его потом заявление, которое он сделал после на пресс-конференции, где он сказал, что между чеченцами и русским лежит 200 тысяч трупов, и вопрос о единстве не может быть, только независимость. Вот это уже реально умдуй. И если, например, тот же Хасбулатов, я не знаю, от чьей стороны он туда пришел, если как общественный деятель, личность, как сам по себе, как же, это другой вопрос.
Но тогда надо и так писать, кого он представляет. Если он представляет нашу сторону, то, соответственно, он должен с нами и советоваться, что там говорит, как говорит. Нам не нужны хасбулатовские планы, нам не нужны планы Бжижинского или других, потому что сыт и голодного не разумеет. Кто хочет мир установить, тот должен, конечно, сперва нас спрашивать, какой вы мир хотите. И из-за того, что там Закаев, Хасбулатов, Бжижинский, еще кто-то там договорятся тысячу раз вместе с Рыбкиным, что мы останавливаем фугасную, партизанскую, другую войну, короче, из-за этого война не остановится. Если мы хотим действительно остановить войну, ее надо вести с теми, кто ее ведет, и спрашивать, чего вы хотите, тех, кто ведет эту войну. Как с одной стороны, так и с обеих сторон надо спрашивать, и чеченцев, и русских. В вопросе международных гарантий, там, ОБСЕ или ООН, там, как они предлагают по этим решениям, я говорю, нам не нужны международные гарантии. Потому что мы видим за эти две войны, за эти 10 лет, если Россия против, весь мир молчит, короче. Подобно этому премудрому пискарю, скрывшись в своей норе, иногда они мудрые речи извлекают нашу защиту, и все. Нам нужна гарантия от России, но не от всего мира. Потому что если Россия захочет остановить войну, весь мир, короче, с этим пойдет, короче, остановит войну. Если Россия не захочет, короче, мы видим сегодня, что это весь мир делает. Это жалкие потуги, короче. Делает видимость, хорошую мину при плохой игре называется это. Поэтому нам нужна не международная, конечно, гарантия, а нам нужна гарантия именно от России. Если нам договариваться, нам не нужны трехсторонние там комиссии, пятисторонние, конечно, нам не нужны гаранты со стороны. Тем более от общественности. Общественность никого не представляет. Если войну останавливать, то там гарантом должен быть тот, кто имеет возможность и силу что-то сделать. Нам нужны прямые переговоры с русскими, и переговоры должны быть двухсторонними. Нам не нужны посредники. Но если посредников уж будет, то как в той войне, вот ОБСЕ можно, короче, и то на начальном этапе. Если договариваться, нам надо именно договариваться с русским, потому что мы воюем с русскими, во-первых, и потом жить нам по соседству с русскими. Плохо, хорошо, они наши соседи, мы не можем свою землю взять и с собой унести куда-то. Поэтому вот эти какие-то, короче, надуманные вопросы, короче, все это более усложняет переговорные процессы и все прочее. Никаких административных границ, короче, у нас не может быть с Россией. У нас должна быть государственная граница. И никаких российских пограничников на нашей границе не может быть. Но мы можем с Россией, короче, делать единую, короче, визовую систему или единые там правила таможенного контроля, короче, пограничного контроля. Мы можем, то есть, гарантировать России, что через нашу территорию, на территорию России не будет проникать бесконтрольно всякие там нежелательные для России элементы. Это мы можем гарантировать, и это можем такие договоры подписать. Но граница должна быть своя, короче, и пограничники должны быть свои, потому что административная граница — это уже независимость, ставится крест. И тем более войска, короче, российские здесь ни одно не должно быть, ни одного солдата. Пока он будет, короче, будет война. И, например, говорят, деликатная тема присутствия в Чечне международных сил. Я об этом говорил и сейчас говорю. Зачем нам они? Для чего? От кого они нас будут защищать? Если Россия опять надумает с нами воевать, короче, русские, короче, две ракеты в Чечню пустят, это международные силы опять быстро, 5 секунд убегут. Зачем нам это лишнее ярмо на нашей шее? Нам не нужно, опять говорю, нам нужно гарантии от России, короче. И нас договариваться надо с Россией напрямую. Посредник можно единственно ОБСЕ. И то на начальном этапе. Хватит нам это дребеденью заниматься, короче.
Юга, тебя, Китамада, там амнистии, Киег, Вожей Бош. Почему-то везде амнистии, все, короче, упоминается международный розыск, чеченский, боевиковый, у меня, да не Бош. Почему не упоминается, короче, тот же Буданов, короче, Казанцев, Трошев, Квашнин, короче, Путин, Иванов, те, кто развязали эту войну, те, кто повинны в десятках, сотнях, тысяч, короче, жертвах. Почему не упоминается тот же Ельцин, Грачев, короче, хоть один раз, короче, почему Закаев их не вспоминает? В то время как его же президента Масхадова, само вот Закаев уже хорошенький, чистенький, Масхадова обвиняют бандитов, его розыск объявили, короче, почему он это забывает? Иду и там, лежит, гуман балцах, ларея, короче, хакдоц нага, ох, кердарей. Если мы хотим, действительно, если мы хотим остановить войну, каждый хочет ее остановить с победой, то мы должны все быть вместе, единой командой, должны быть вместе одни. И у нас должно быть что-то объединяющее, объединяющее для всех нас. А всех нас объединяющий, примиряющий, это шариат, и за него мы должны держаться. И здесь мы созвали несколько больших маджлис шура, короче, всех почти амиров, командиров собрали. С трудом мы договорились, выработали единые критерии, короче, нашего сближения, единые нормы поведения, взаимодействия, короче. Мы пришли к единству. И сегодня, короче, там, играя в политику, вот это и есть, короче, именно целенаправленное вредительство делу свободы и независимости Чеченской Республики, что сейчас Ахмед там и его сотоварищи делают. Потому что сегодня они, короче, бивают в клин, короче, они, короче, расторгают нашу договоренность и все извне. Можно было подумать, с одной стороны, что там им места не хватило из-за этого, короче, но в то же время и они и при делах, короче, я не понимаю. Поэтому этот вопрос нужно конкретно, короче, разобрать. Сундаса, юга, диха, дурак, юга, юга, санцарахчунг, официально, требовать тяжки, яхтязье. Недельный срок, что он ответ есть, но он, причем не через него, не от него, от себя, пусть он потом пишет, это мое официальное требование, пусть через тебя он официально, короче, курьера пошли, что угодно сделай, пусть он официально ответит через тебя. Я это от него требую, как и член маджлиса, и как руководитель военного комитета. Официально я требую у него объяснений. И я сказал, что я мельязен, он жду я, поставил перед ним эти вопросы. Так, Тагалердина, тут пишется, вот ему, мол, задали вопросы, но по мне оставим там, я дичь отдать в это. Хотя садич должен дать за. Но вот вопрос, почему Масхадов отдает приказ убивать тех чеченцев, которые работают в системе исполнительной власти и милиции? Хотя сама постановка вопроса ставит Масхадова вне закона. Ставит его, короче, на уровень бандита, атамана бандитов, который от своего настроения повелевает, или император он, кто не знаю, этого казнить, того миловать. И еще он думает, где запятую поставить, хотя... Как Закаев, мудрец, в общем. Ну, Омегад, и сам вопрос ты есть, а? И что вопрос задать, дичь, ал, мекшмаду, короче, ты слушай, Вася, Ваня, кто ты там, короче. Это не Масхадов отдает приказы. Он отдает приказ на основании суда, короче, который вынес это решение, короче. Ой, и мою легитимизацию, короче, не президента, не руководство, не почалка, не халка, а гаргуй охуючик.
Он хохвозге аюха, а крутое хило, короче. Он один предатель будет уничтожать, короче. Только излоптель, чар крутое хило. Иди эти змою, а перебивашь, и сан стагмовает сюда дальше. Вообще, холлиги, холлиги, язин, кия штаха, установок штаха, он один штаха, о, язиш, мол, терминологи, он один говорит, боже. Так почему он не беспокоится, короче, о защите, короче, в первую очередь, там, он лишь дина, репутацию мою, Масхаду Халаца, что он почхал, как бандиты с Дегундалу. А в Мекшмаду, короче, вы что, закон не знаете? Масхаду от себя никого не говорит убивать. Все приказы, которые они сдают, издают на основании решения суда шариатского. А что, короче, в России, какой статье, короче, измена родины, что там карается, по какой статье, а в Мекштадт, тем более, военное время, что в России военное время, не то, что там за это, за дезертирство, короче, разве не расстрел, за саботаж не расстрел, за просто, короче, хищение, короче, даже имущество, разве не расстрел в России по военному времени, у нас даже этого нету, мы самая гуманная, короче, страна в мире. В той же Америке по военному времени за все эти действия расстрел. Это сейчас они там играют демократии, пожизненное заключение. Но по законам военного времени, короче, у них же это. Почему он это не говорит? Почему у него нету своего собственного достоинства? Да, Азмадавар. А вот кровник, хлядь, это я баса, алха, или дуалош, короче. А кровник, короче, иш. Хилмекш, а вы кровный мистер, гиех еще в счастье. Ну а пропагандистский характер тоже интересно. Аслане, скиях, дахай туду, аха, за вопрос, вот где. За комментарий Эйлер, ал, не хочет сказать, что мой язнир, хулляха, охозги и авторы, Докадуктен и 30 сентября опубликовать изменения Конституции ОСТА. Я хочу верить, что автор изменений, кавычка, Конституции Чурея скорее по неведению стал один ряд с казанцем туда-сюда Бож. Вот Остепан Алан, я тоже хочу верить, короче, что Закаев, короче, по неведению скорее, короче, хочет сказать, что Масхадов и он сам лицемеряли. Да чего? Хотя больше верьте на длилах дождаться, но что он и ответ дает на он говорит, что да, тогда ха-ха, аслан ху-ха-ха, хаже шарят, пасто дуару, бадешо, анкел дуэлша, донш, кэмш вирш дата, но дол дыр гуля до самого начала, да кис он хаски, так уду ячи, свонится, ар, шай, дага дэк, дэк, ха-ха, этерду, он дальше все равно, короче, атган, атган, там дина, вылиц, дидов, что же спадхонок не сла, не стого, не стого, мэк шдуэ, а дал муха. А сует халхи ахтиях дает, не роста, а сует халлир, вай политик, ты я кинь салца, хала махин лаг давит шу, вай хи сумма дат, он дальше вай нис, ну вахдар. Он дальше единственное, та ситуация обостряется, еще после гибкость бош, дарстар. Масара Дьяхаштин. И он берет, и он мадац. Иногда промолчат, но Олштега прямой мадац да шариата. А дуня, двух дуня, двух а, Масхадос, Малара, дуня на Синце и Аллах. Шариат Бошта, чех дуя дуя дал Бошта, не стала вот, дуя дал Мала, Аллаху Акбар. А как, создание чеченской автономии Бохма вообще его и шума дальше насчет этого Боша. А кто хан лишь дина лично силы хачи, это одна, я придаю просто частные встречи, короче, частная встреча частных лиц и духой. Хотя Закая представляет Масхадов, но это частная встреча. Так. Юхас Малек, мы приветствуем стремление разных частных лиц и общественных организаций
к стремлению к миру, короче. Но медвежьи услуги нам не нужны, а лес. И надо и нас спрашивать, короче. Хотите ли вы мир, и какой мир вы хотите? Ну да, это важная основа любых переговоров, чтобы все это не было бесперспективно и не случилось простой встречи, короче, приятно знакомых. И что, Аллах? Да, Муллаха, Аслане, да, да, я тоже думаю. Бадайди, чё, та, доломан, вошь и догадываешь. Кегмер, сумандат, он догадываешь, та, хадвош, хадвол, дела, духуза. Там, дагмахал, хару, ситуация, бош, нагаш, ту идешь, аж даже налево, направо. Та, болча, глаза, лучше, ты духар. Ну его просто отдал, мол, а вас тоже его нести иду. Но закаял, да, в первую очередь, я шел вон, шадит Алдис. Ну, конкретно, я мелдил на заявлениях. Орез, вот, мелдил, вот, цепь, чул, умат, она, сенсора, ты я здесь, югер, конкретно, чем жок, ты вообще, вопрос, так, ты. Официально, короче, объяснение я требую, вот, на его все эти демарши. По каждому пункту, короче. И официально, короче, еще не секрет, нас кайек, шаек. Ну да, наш секрет, никаких секретов у нас нету секретов. Секрет шлилова, меттик бать, а тут бать, да, мадердич. Ой, тем более, сюрч, кидыш, короче, внутреннее пользование, он я, да не бож. Чистый, короче, демагогия, хиллата, аж проституция, и шаек. Там лишь дина, хитама, алцинг. И Хрючин лично Уортер, и он уже пускай себе отложит, короче, на потом. Там лишь Дина Хава и Даха общей единой команды, там не Бог Бабис, Табаха, короче. Ой, Табишвик со своим, не Тюрбу. Но Халсон не разбежимся, иншаллах. Харе, Мюхчава, Дверчи, Мел Хардячи, Голдячи, Мел Гендячи. دال بوش دي تيس آ ديري دات ويبيرخ دحا إحدى الحسنيين الوين ديفيزيو تول شنطع ببيدة إلي راي أب ويبعد يشلوش تك ببيدة إلي راي شئي تاني دون أو لبوم شلوش وي تاني هم دا إش دات أخر ميل شوك ليخر هو يوه دوري دات نو تهم أب إياغو سيودني سويم بزت ويتسنمي заявлением, идущим разрез, короче, решением ГКО Маджлис Шура, короче, закаял, алейкум ассалам, закаял, короче, именно сегодня ведет нас на грань гражданской войны. Гражданская война будет, если воюющая наша сторона разделится, короче, и начнет между собой воевать, тогда будет гражданская война. А то, что сейчас, короче, мы национал-предатель уничтожаем, это не гражданская война. Это национально-освободительная борьба с ихним прихвостными. Туда хитама дараха насчет этих милиционеров. Арсайд Хасан Уи, Абу Муслимов. Цун Дикуху Дуан, Ермолов Шехена Алдуан, по-моему, в 18 году он еще сказал. Милиционер Шбары Чеченский, Церахляц. Туда та, чего из заявления. Интернет, что вы что, опечатать деса, даже с дикхедери, то это цендешниш. И вообще дикхедер, сайт Асан Эла, Уолш, Тухен, Хилчер, царвой, разбойник, бьюхом, шкиеш, бош, история, дюмин, хавой, царвой, мел бой, он халахош, бош, и составлятиш. То есть, раз я Ермолу, Тухен, Бог, Тахан, Леш, Дина, Шаману, Ятрошу, сказал. Бисмиллахи рахмани рахим, шалу, да, дон, духли, воль, велсо. Из-за Маллара Сайд Асан Абу Муслимога выдержка шаита сигата. Чеченская милиция это самая ничтожнейшая и презираемая нами часть чеченского общества, но мы используем ее для внутреннего разжигания розни между ними, и поэтому нужны нам используемые остается Ермолу, Садуас, милиция. И сам Дешниш, короче,
царь, царь, разбойник, что и дагайди, Аллах дебез бог, иш, сухаян царь, олук, хухаян, хакэр, политич, бубо, воен бог, чар, олук, и ош, хар, ош, ишти, террорист, а, возле тешнички, что поставлен, ешь, хаджи, ишти, дичка, да, твои рубрики, тогда царь, вот, их вошт, урия, а шо ло, ага, пошилки, вошт, ван, хая, чисто, на хуза, то, бог, поэтхат, бог, ишт, халду, Ахбис, духу дыры бадык дэй, шады кэнси маалыр рэгтар. Сразу вошты, афтаки сэллы. А, кстати, асланы, то, аптяпля, биш, лихтенштейна вошты, это дуга Америка вошты, это биеш бубар, короче, тик бахли тарча, у аж бэр, хадар, ишт, делегация возэ, ишт. الاسم دقوه في دائت اندرسوه كي يحسي خلق كدقا اشتحال دو ويشتي تباحات البروبليم اوصلافهم توست قميس هون ارتخن بيار كي يحسي قاتش داس بشير قاتش يطانوك قميش ديستخلش عش ويشتي عدق ووشا ويستخل تقينات خيشي اذا ديعت عقوف ديش وو لانتي حال دو تخوخ زاح ديك عاش دو دير غيه تمس خاز نرمان ديك حدو وقت دو يو جرجي يشو را تاعش ياش حق بيحن بيتا سبيتا ويمود جو ياش حاشو بيحكي تاعرا خاز شو ديك تير بيس يوخ ياش غاز قي دو قازيان شتي ياش خاز ديك بلغ شتي نار عاق ايش تخو زاح تبو المود جو ياش بو تشو تاخ على حيش شوارت كارو اشي بلغ شتو دينا عبوسا ديش كان كريت من هذا شو ديك وش ديك توش تو تاخ عن كيشم تعديك دي الغية تمس خزبينا بس تي شامل أو جروب شو زي عنا كيشم بين يلا تاخ تاخن ليش دينا أكتيو نستا شو ديك يو كوير نست هتي يو كوير نست عس بقوة شتي شو يوق دال برات ويلا الحمد لله دال هاستن بو نكيرت قط خدو عالشي تاخنا ومخ كاي برت خلان بقاي بشا بش فيش بو أخا ويحلقها أصلاني شيشو عالق أخشو عالق ألا در مجلس ويقول شعنا ويسقويش تك درج داس ويسقويش تك نيسو يقال بس نيسو انت احتخان برد خليه تحسن درج كيوما سقويشي ويقع قيتين خا خايتين تحسو تحس بير تحا شوار تومان تحا وستوب شيشقي ديشا كويتنك برد خلادو نيسو انت احلش تحس بير تحسن احتخانا بعدك ديشي وتاح أصلاً أنا يول دوغ ولا تسمع خيط صن تاع أنا ديش دوغ حد وش دوغ ما وش دك دوغ شو مش إذا دو أبريد لنا تون خير در شا قوسن خير شو ورق دك تاع وندا وش عليه شيء تاع ديش ما دش بس 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 دي أبي نستين لقيم تيز تاع دواخ باخ دواخ باخ هذا باخ وش ده باخ وش سيو شو ما سيتر نتاعن خذ بول تعبيش بتاع إذا Вся асланета там полностью, короче, масна чеквел, позвой масна метти где все вместе, реально войнец, генаки, генаница, сахар удал. Вот иначе, о, вокрин, да, масу, элла гдеш, уладу уж, да, действительно, да, она, не знаю, берта, шевек, чек волшу, но кверт алшу, именно, ой, маджлис полуша. Амир для шурия, в принципе, там бастрил бар остах, и придешь, где шутахан, он дачи, а с бас отсюдаешь, как мяз вопрос, таха тани, а это кассия, таха дагавош, и штхавош, у Далхас там был, док умаду тахан, а не слушал, где я лгей там бог был. Сунна и Ахмад Лилош, и он мишта, китнет, о, он миштуешь, короче, кьечва, это дално, а вот сацору, и сацору, не стюэр бог, من بعد شيء حتى أفتحت لنا عن تحقيقنا كروشة وهي شعب طب نفوادنا بولا جمير قيت يشيو أختخن ليش دينا ها كيرت نفودو عاشي موش زكاة там شو نفاني ما يتنا تخن تقدا человек здесь на грани жизни и смерти каждую секунду ходит это у него религиозность в первую очередь повышает он да че каждую секунду он помнит что Аволу Везер ديل اخيرر ديل ويزر نيح تشعله يتخن ليش دينا يسي اون خوشت اسوجدات ديس لدي مجادو за то что они повернулись короче Богу короче навстречу Богу пошли короче дал Бог почт добыль был если он это осуждает короче что ошибается он а не мы
что это ему просто безнаказанно не останется, там вертина, а есть шариат. И шариат, короче, между прочим, введен его легитимным, короче, президентом, легитимно по закону в свое время. И пусть он это не забывает. И пусть он не забывает, что сегодня есть Верховный Шариатский суд Чеченской Республики Ичкерии. И есть также военно-полевой суд. И есть законы военного времени. И они обязательны для всех, не только тех, кто здесь находится в республике, но и тех, кто за пределами и якобы представляет интересы чеченского народа. Хватит играть, короче. Мы должны реально жить. Ишталду, долдочак, салам маршал, вот хуйвер, масайга, салам маршал, душик дал, диканцу, вот хуйвер, ассаламу алейкум, варахматуллаху, баракату, Аллаху акбар.